Вот такую посылку недавно получили бойцы из Коми от детей. В папке большое количество конвертов, открыток и рисунков с самыми теплыми словами и пожеланиями. Поздравления с 9 мая дошли чуть раньше праздника. Но получатель признается, ничего страшного, 9-го мы их еще раз прочтем. Такие вот сердечками, с рисуночками. Парни вчера читали, прям радовались.